Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в дубовом лесу. Цель у меня найти фламулину и дрожалку оранжевую. Посмотрите, как красиво вообще. Я тут зимой ни разу не бывала, в основном летом, и тут такие непроходимые заросли всегда были, что было тяжело ходить и что-то вообще найти. В этом лесу мы в 15-м году нашли маховики, и все. После, сколько раз мы сюда не приезжали, в лесу было пусто. Ну и вот попытка у нас, очередная вылазка в этот лес. Вот наша первая дрожалка, посмотрите, но она только-только, видно, вот повылазила. Она еще совершенно непригодна к сбору, она очень-очень маленькая. Вот если, смотрите, вот сейчас, вот гляньте, видите, она только-только вылазит. Но... значит, она тут есть, будем искать. Ну что, друзья, дрожалочка только-только просыпается. Смотрите, вот опять я нашла веточку, но она очень-очень крошечная, прям вообще малюсенькая. Жаль, конечно. То ли вот это было, да? И смотрите, она, правда, еще мерзленькая, но какая она большая! Удивительно! Смотрите, сюда шли, не заметили, назад вот идем, и она так сияла на солнышке, красавица дрожалочка наша.